Привет, дорогие друзья, с вами Альберт, и добро пожаловать на канал Playtime.ru, и сегодня, у нас сегодня очередная распаковочка игры под названием Sniper Elite 2, вот, может старенькая игрушка, почему бы не сыграть-то? Кстати, Sniper Elite 3 я уже проходил на канале. Кому будет интересно, можете посмотреть. Ссылочка будет в описании. А сейчас мы распакуем именно Sniper Elite 2. Вот такая вот коробочка. Она как бы считается, по крайней мере, здесь так написано, что лучший симулятор снайпера. Вот. И почему-то она идет как будто в подарочной почему-то упаковочке. я поэтому его и взял. И хочу посмотреть, что же там такое подарочного-то. Вот. Говорят, что здесь должен быть шифром. Дополнительная миссия. Твоя мишень — Гитлер. Вот. И пилотка. Буду проходить его в пилотке. Сама плакат еще идет в комплекте. И сам диск. Давайте заглянем внутрь, посмотрим, что же там. Ну что, давайте вскроем, что ли, его. Так, для этого нам понадобится наш волшебный супер нож, который делает скрытие всех моих коробочек. Он уже столько коробочек повскрывал, что ему уже на пенсию, наверное, пора. Нет, он до сих пор пытается, он до сих пор занимается этим скрытием. Так, ладно, сняли мы пленочку. Пленочку-маненочку. Она нам нафиг не нужна. По-любому. На полчасика. Так. И открываем подарочное издание. Что-то он как-то не открывается. По подарочному. Ух ты. Еще вон как открывается. И вот он, наш Гитлер. Который будет дополнительной миссией в этой игре. Так, давай посмотрим, что там дальше. Давай уже, вылази. Не хочу быстрее вылазить. Ты собака такая. Да ладно. У нас вся коробочка как-то по запчастям разошлась. Отлично. Все. What? Это что? Это именно та пилотка, о которой было сказано? Да, реально, именно та пилоточка. Пилоточка. Снайпер. в принципе, материал, так скажем, нормальный. Сделан, наверное, всяк в Китае. Где же еще могут сделать? Прочный материал, да. Вот такая вот, ребята, пилотка идет в комплекте. Так, что дальше? Так, что у нас по списку? Шеврон. Сам шеврон. Вот он. Куда-нибудь его пришить. Для этого надо что-то камуфлированное, что ли, взять. Вот, шеврончик идет. Потом дальше идет диск. Такая. Нифига, однополчанец за победу. Даже Ленин тут присутствует на рисунке, да? Вот. Вот такая вот коробочка. Тоже прикольно. Так, и что у нас? Всякие штучки-дручки. Это у нас, по ходу дела, тот плакат, который нам говорили, что идет в комплекте. Да, точно, плакат. Вот такой вот плакатик. Получился понятненько, ясненько, и все. Это уже не берется, это просто рисунок. Вот, ребята, вот такой вот комплектик у нас и вышел. Соответственно, эту мы игрульку установим. Надеюсь, он привязан к Steam.
Это очень надеюсь, да? Никаких кодов здесь, кстати, почему-то нету. Хотя обычно они всегда... А, код есть там, да. Есть, все, отлично. Все, присутствует. Ну что, все на этом. Теперь наше дело... Все задания выполнить в этой игре. Надеюсь, вам понравился. Ставьте лайкосики, подписывайтесь. А будет прохождение по этой игре обязательно, точно говорю, да. Обещаю. Ну как, блин. Блин, пилоту целую дали. Осталось только шеврон сюда пиндюрить. Вообще будет все классно. Давайте всем респектив, ребята, уважите, как всегда. Пока. Yeah.